Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос FXович, и в нашей любимой игре вышла очередная крутилка на героя, мимо которой я, естественно, не смог пройти. Также я эту крутилочку собрал у своих подписчиков, там, не знаю, штучек 20, возможно, 30 даже паков получилось. Покажу вам, что упало на моем аккаунте, и спойлер, друзья, там такая карта упала в основу, ой-ой-ой. Кстати, на своем аккаунте я открыл сразу троих героев. Вот так уж получилось. Как это получилось, узнаете чуть позже. Также, друзья, взгляните на эти карточки. Новая промо первопроходцы. Также откроем пакетики и посмотрим, что же можно выловить в этом самом промо. Там я видел, что карточка Рафиня в СБЧ. Я думаю, что такую карту нужно собирать. Так что, друзья, присаживайтесь поудобнее. Сегодня будет грандиознейший контент. А завтра, друзья, 27 числа, моя любимая команда Рома, в которой я числюсь, да, если кто не знал. Я даже в матче выходил, это для тех информация, кто НФЛ не смотрит. И нанес невероятный пауэршот, вы посмотрите на это. Надо будет немножко в эволюции удары покачать, конечно. Короче, дошли мы до финала кубка и будем играть против команды Тандем. Нужна ваша поддержка, поэтому всех приглашаю. Москва, 27 число, все подробности в описании, в телеграме у Рома Роя. Ну, либо у меня, там будет репостик наверняка. Ну, либо кому совсем лень, вот, постер. Постер, афиша. Со всеми сфоткаюсь, пообщаюсь, поэтому буду рад всех видеть. Ну и перед тем, друзья, как мы и продолжим, хочется напомнить вам о моих прекрасных друзьях из компании Winline, которые поддерживают каждый мой видеоролик. Респект им за это. У них также вы можете забрать прекраснейший бонус, который вы можете найти у меня в телеграм-канале. Закрепленное сообщение, переходите, и всем удачи. Ну и конечно же, куда же без моего магазина Panda FX Store, где вы можете заказать себе монеты, и FIFA Point, и аккаунт, и EFC, также бусты. Если вы не хотите потеть, играть в эту прекрасную игру, то все это добро вы можете найти у меня в магазине. Ссылочка будет в описании. Так, ну чё, давайте, поехали. Первая сборка на героя. Кто-то огромный. ЦЗС, Англия, вау. Начинаем сразу с короля. Это вышка определенно точно. Так, составчик. И нихуя себе, блядь. Нормальный составчик. Мбаппе выебнулся, блядь. Не повезло. Но зато у тебя есть Мбаппе. Сильно не расстраивайся, как говорится. Открываем, это девочка, и как будто бы там хороших вариантов. Хотя, подождите, ЛЗ, Франция, 167 тысяч, то есть официально это вышка. Томас Бравин, 400 тысяч, ничего себе, друзья. Вот это удача, 400 тысяч, у него R1, дриблинг неплохой. Слушайте, ну это пободрее, чем эти кумиры. А то в прошлый раз, помните, какая стата вообще у меня ужасная была? ЛЗ, Испания. Это Капдевилья. Герои реально бодрее сыпятся. Именно вышки. Ты что, 4-1 стата, нихуя себе. Слушайте, пока что одна... Ты что, охуел, блядь? Что это такое, блядь? А, блядь, я думал, это его карта, блядь. Смотрим. Вроде мужчина. ЛВ. Это Кьюэл. Это еще одна вышка, если не ошибаюсь. Слушайте, хорошо сыпет прям. Одни вышки подряд практически. А, это мостовой. Еее, наш слон, пацаны. Это мостовой. Ну, к сожалению, это Элка. Мостовой там стоит 1050, наверное. А, слушайте, я тут что-то это... Даже не мог подумать, что это вышка, ребята. Это вышка. Я на секунду подумал, что это Элка, а это вышка. Ебать у тебя состав. Нормально вообще флексишь. Поехали. Смотрим. Так, это мужчина в... Без волкаута, что? Это первая карта без волкаута. Какой кошмар, я хотел сказать, но это тот самый случай, когда волкаут нахуй не нужен, потому что это Аль Ойварейн, Пейс 94. Этот тип же стоит, да хуя, это самая дорогая карточка на сегодня без волкаута. Самая дорогая карточка на сегодня без волкаута. Что? 700 тысяч почти стоит чел, охуеть. Это худший вариант, наверное, который мог упасть. Пиздец. Ну все, ребята, элки пошли. 7-4. Вот тут я хз, это вэшка или элка? Блять, элки камбэчат, пацаны. Что за хуйня? Три элки подряд. 130 тысяч, опять элка. Это что ж такое? Ну это элка, с которой можно поиграть. Поэтому, чё бы нет, любимчик, где компасы? Да-да. Опять же, много интересных карточек есть. Ебать, это что, крауч там идет? Ебать, сука, что за тильт? Ребята, элки подкрадываются. 7-7 уже. С ума сойти. Что произошло? В какой-то момент мы не туда свернули. Крауч нам падает, пиздец. Так, ну, пак с героем. 250 тысяч, давайте откроем. Холланд 91. Я не знаю, нужен он тебе или нет. Но вот тебе топовый нападающий. Холланд 91.
Это 7-8. Ну давай, Вэшка, приди, ну камон. Чё за хуйня? Элки заманали уже. Ну, это Вэшка, ЛЗ. Франция. Бундеслига. Лиза разу. Вот и Вэшка подкралась, пацаны, незаметно. Я не знаю, сколько он стоит. Ну, вполне себе, за эту карту можно играть. Вот тут, ребята, я почувствовал больше всех, не знаю почему. Блять, я ж чувствовал. Это Джули, ребята. Гюли стоит что-нибудь? Гули. Элки нас обогнали. 70 тысяч, ребята. Еще одна элка. Пиздец. Куда-то мы реально завернули не туда. Коэффициент 242, сука. Ебаный Ювентус. Штутгарту проебали, блядь. Арсенал я поставил, что один гол будет. Астон Вилла на победу Астон Виллы. Победа Жирона, ПСВ, ПСЖ я поставил на ничью. На победу Реала я поставил, когда они проигрывали. Ну и на Спортинг ставил на их победу. Ебаный Ювентус, 242 коэффициент, они меня заруинили, блядь. Это Вэшка, чувствую. Чувствую, это Вэшка, цапник. Япония, наката. 9-12, 9-13, к сожалению. 9-14, ужас. Но это Элка, но это хорошая Элка. 120 тысяч. Но это Элка, но опять же, это Элка, которой вполне себе можно и поиграть. 9-16. Не, начиналось очень красиво. То есть начало было грандиозное, я думал, блядь. Одни вышки нас будут преследовать на протяжении всей трансляции. Это Элка, но тут хотя бы финесы есть. 10-я вышка, пацаны. Первый раз за стрим я вижу Кампаса. Блять, ну самое интересное, это вышка. 274 тысячи кто-то готов отдать за центрального защитника с ростом 1,72 м. Я не знаю, что это за сумасшедшие. Вот оно, ребята, смотрите. Смотрим. Кто это? Что за гений? ФРВ. Аж все зависло. Кану. 20 элок. Бля, мне страшно открывать на своем аккаунте. Это просто капец какой-то. Что это? 11-21. Но это тоже элка. 22-я. 11-22. Все, собрали сборку на героя на своем основном аккаунте. Че, открываем, друзья? Набор с базовым героем. По-другому я никак не могу открыть, к сожалению. Опен. Понятно. Блять, я не тот пак открыл. Это не тот пак, мне пишет чат. Это за Викинлигу пак или что? Это не то? Бля, я не то открыл. Ёпана рот. Вот теперь точно тот пак открою. Набор с базовым героем 88. Пожалуйста. Я взял на себя удар. Забрал Кампаса. Пожалуйста. Опен. Смотрим. Блять, ты что за подкрутка на вратари, блять? Какой нахуй дудик? Кампас и Дудик, блядь, два вратаря, ну пиздец. Давайте, пак за 2500, герой до 87 рейтинга. Смотрим, кто же здесь будет. Пожалуйста, что-нибудь ЛП. Бразилия! О, ребята, это Вэшка, это Вэшка. Но это не пак с героем, но это уже Вэшка. Родригес еще заскочил, нахуй мне нужен, я не знаю. Зе Роберто, пацаны. Это заебись, прекрасно. А на какой позиции мне играть за Роберта, пацаны, посоветуйте? Ну что, друзья, какой итог можно подвести? Не всем подписчикам я вытащил классные карточки, но себе заловил за Роберто, друзья. Новая карточка героя, которая стоит 800 тысяч, пока я, честно сказать, не понял. 4 ассистика отдал, я его пробовал и на ЛЗ, и на ЛП. Ой, и сейчас на ЦП пробую. Что-то пока непонятное, но вроде прикольный. Вроде прикольный, но что-то вот позицию не могу как будто бы ему найти. Сейчас вот такой вот составчик себе набросал. Ну, чтобы вы понимали, я был в одном шаге от выхода во второй дивизион. И теперь посмотрите, где я, точнее, в первый дивизион. Застрял. Застрял просто туда-сюда. Туда-сюда мотаюсь. Туда-сюда. Я уже с ума сходил. Там на тильте начал гнать и все проебал. Но главное, я очки нафармил. Награды у меня засейвлены. Но, наверное, на какую-нибудь трансляцию открою. Ну, чтобы вы понимали, друзья. Вот чтобы вы понимали, друзья. У меня сейчас вот здесь вот больше 100 паков. Больше 100 паков. Ну, естественно, они не отображаются все. Спасибо, Electronic Arts. Откроем как-нибудь на стриме, либо засейвлю на вторую команду. Первая команда, не скажу, что меня очень сильно впечатлила, но в целом какие-нибудь промики можно пооткрывать. У меня 22-28-0 тысяч фапоинтов. Поехали. Пак за 500. Первопроходца нет, но есть walkout. ФРВ Франция, давай. Блин. Так, ну это 87-й рейтинг, который можно продать. Прошлое промо full skip. Мне упали только там 3-4 динаря каких-то из последнего списка.
Опять волкаут, ничего себе, что за паки такие? Сопник, Англия, это рис. Но я больше гречку люблю, пацаны. Это что такое? Опыт? Опыт мне не нужен. Я и так опытный, ребята. Вот я все выбил вообще, пацаны. Посмотрите на эту красоту. Забавно, что и в мобилке Адаму Трауре подвезли 88-го, но там Адама Трауре хэллоуиновский. Да, там уже промо Хэллоуин есть. Какие-то пакетики пооткрывал там. Возможно, самые классные покажу. А возможно, не покажу, потому что мне лень будет вставлять. Ну, короче, составчик у меня сейчас в мобилке такой. Для тех, кто интересуется моей мобильной жизнью VFC 25. До сих пор играю и кайфую. Жаль, что вы такой контент не смотрите. Так бы записывал бы FIFA Mobile с кайфом. Так, но сейчас не о FIFA Mobile. А какие наборы тут открывают? Ну, что это такое? Какие-то наборы говна. Ну, что это такое? 1000 поинтов, 1582. Поехали, давайте рискнем. 1000 поинтов. Опа! Это волкаут, это волкаут. Давайте Мбаппе, вратарь. Иди нахер, ну просто одни и те же волкауты, тошно. Кто, может быть, еще кто-то? Никого, вообще никого, прекрасно. Пак за 1500 поинтов. Ну дайте хоть одного цветного посмотреть, как анимация выглядит. ПЗ, Германия, да иди нахер, бля. Одни и те же волкауты, одни и те же бомжи, блядь. А есть что-нибудь нормально? Кстати, нормально мне недавно упало. Так, всем здорово, пацаны. За 225 тысяч, let's go. Блядь, рарка всего лишь, сука. СП, Норвегия. Ну и говнище. Unlock, если сейчас не будет ничего за... О, ребята, это хорошо. Это отлично. Это просто невероятно, блять, охуеть. Просто этот чел у меня в основе играет, чтобы вы понимали. А он у меня продаваемый был. Ебать, вот это дроп. Да, возможно, вы не заметили, но в моем составе Вальверде первообладатель. Очень крутая карточка, дико от нее кайфую. У меня вообще на аккаунте 5 лямов, если вы не заметили. Я думаю, Мбаппе может быть прикупить нахер это все. Девочек я всех распродал. Как-то я наигрался. Имбово, классно, весело, но что-то за девочек надоело играть. Давайте еще один пак за 1500 монет. Да дайте мне чего-нибудь. Ну, волкауты даете, но одни и те же. Германия, Рудигер давай. Ахуме за ухо, блять. Ну, давайте еще один пак за 1000 поинтов, либо 95 тысяч монет, блять. Опять волкаут. ЦП, Гандоган. Блять, ну я просто все шлаковые волкауты поймал. Ну это охренеть. Ну самые лучшие паки открываю. Лучше просто нет. Какого хрена? Дайте хоть что-нибудь. Ну еще один пак за 1000 поинтов. Ну камон. Блять, ну я не знаю, пацаны. Прям нет ни одного. ЦЗ, португалец. Опять бич кексельный. Скипаем. Ну это прям антиреклама по копинга какого-либо. Прям ужас. Еще один волкаут. Ну волкаут в каждом паке, друзья. Но это опять рис. Волкаут в каждом паке, но ни одного нет хорошего. Но это ужас. Что это за говно опять они насыпали? 86+, поехали. Точнее, два игрока 86+. И тут женщина шагает. Все, скип даже. Даже смотреть не хочу. Мед и Модрич, спасибо. 3,85, друзья. Я до сих пор не вижу спешлку. Опять женщина шагает. Хватит женщины шагать ко мне. Ну что за пиздец? Дайте хоть что-нибудь. Что это за говно, блядь? Но нахера мне этот рейтинг? Я хочу играбельные карточки. 2,85. Ну вот оно. Это не оно. Но хотя бы мужик шагает. Форвард. Аргентина. Это змея, друзья. И Канцело. Прекрасно. Набор с одним 85-м. Волкаут. Блять, я бью все рекорды. У меня в каждом паке волкаут. Но каждый волкаут хуже другого по ощущениям. Ну вы это видите? Пак в каждом волкауте. Это как вообще? 84 продаваем. Но тут-то волкаута не будет. И тут волкаут. Я что-то сломал, пацаны. Волкауты реально в каждом паке. Но другое дело, что они все вообще всратые. Я уж не знаю, друзья. Опять волкаут, блять. Опять пак с волкаутом. Это Куртуис, кстати, это хорошо. Потому что Куртуис у меня в основе играет. А это не продаваемый вроде Куртуис. Это Вэшка. И Рейтон еще упала. Еще один за 500 поинтов, друзья. Блять, реально, волкаут в каждом паке. Ну все дерьмо, все дерьмо. Открут максимально, реально. Как будто бы все свои паки стоит сейвить на какую-нибудь другую команду. Это просто капец какой-то, блять. Ох, друзья, чувствую. И я почувствовал, друзья. Ну-ка, ПВ, Бразилия. С ума сойти. Да, из всего того дерьма, который мне попадал, я собрал себе Рафиню. На самом деле, странная херня. Они должны были как-то реализовать идею, чтобы можно было в аренду брать такие дорогие карточки. Да, он стоит 500 тысяч, но его информ там, ну, стоит сколько? 400, 350, что-то такое. И в целом, мне кажется, цена вполне себе неплохая.
Я бы сказал, что даже дешево, зная Electronic Arts, они могли там ценник и в 600, и в 700 тысяч сделать. Талант, конечно, тики-така, ну, такое себе. Могли бы там чем-то либо на пейс, либо на удар ему дать. Ну и давайте, пойдемте буквально одним матчем затестим его. В Викинлиге, допустим. Из того, что было, набросал тут составчик. Поехали. Отличный составчик против нас играет. До сих пор этот баг не починили. Респект. Так, вот он, Рафиня, ребята. Первое касание мяча. Ё-моё, что так далеко мяч отпустил? Ё-моё, что он такой... Так, что он такой тяжелый? Что с моделькой? Финт не прожался. Опа, теперь прожался. Опа. Давай, Рафиня. Бля, хорошо забежал. Так, ну я сейчас стараюсь фул на Рафиню играть. Это, конечно, неправильное решение вообще. Может меня привести к краху. Но хочется очень сильно эту карту затестировать сразу же. С пылу жару, как говорится. Убежит ли он? Убежит ли он от Минди? Нет, от Минди почему-то не убежал. Финесик! У него белый финес есть, можно попробовать. Хочется финесику дать. Да что так слабо летит? О! Давай, Рафиня! И в ближний! Ё-моё, чё за удар говна, Рафиня? Чё я собрал? Ну, пиздец. Мне сразу же залетает такая хуетень, блять. Так, ну давайте сразу же кикофную закинем. Можно же? Можно же! Блять, гондонский вратарь. Опа. Но! Блять, чё-то не летит вообще, друзья. Так, ладно, давайте, знаете, как сделаем? Диаби на фланг поставим, а Рафиню на страйкера. Вот такой вот мув. Сейчас игра пойдет. Кстати, если я не ошибаюсь, у него такое же название клуба, как и у меня. Не проебать в первом же матче в Викинлиге. Опа, Рафиня! Иди нахуй, блять, Рафиня. Нахуй этого бомжа собрал. Да, возможно, не рабочая нога, но я 4 звезды, блять. Рафиня. И вот оно. Да не, это просто кошмарно. Опа. Бля, это гондон еще подвинул. Не, ну это пиздец какой анлаг, блять. Я ебал рот, блять. Бля, вот в первом же матче надо вот мне от такого соперника, сука, наткнуться. Не какого-то челового бомжа, бля, на задрота ебаного, блять. Давай, давай, давай. Побежал Тео, пожалуйста, Тео, реши судьбу этого матча. Этот гондон теперь не двинул. Блять, ну что за сын? Опа, давай. Рафиня. Блять, иди нахуй. Блять, ну просто Рафиня, сейчас забей. Бля, ну это супер анлак, ну... Я не знаю, но такие матчи раз на миллион выдаются, где один мяч, бля, всего лишь забит. Нихуя, блядь, не залетело. 1000 моментов, сучья игра. Ну чё за матч? 1-0, бля. Обычно тут счета по 5-5, 10-10, блядь. Пиздец. Очко горит. Пойдемте второй матч. Похуй. Ой, бля, чувак в 5 защитников играет. И Смит в атаке. Ну охуеть теперь. Ну охуеть теперь. Охуеть, теперь Ван Дейк оттолкнул девочку, блять, иди нахуй, девочка. Да, бля, Ван Дейка опять отпиздила девочка. Так, двигаешься, двигаешься, хорошо двигаешься. И вот такой вот, и Рафиня. Найс, кто пиздел, блять? Рафиня лучше. Уже долгий соперник, как он долго перепасовывается, прям не хочет в атаку Бля, ну это видите? Ну, бля, ну это пиздец какой-то. У Тео Эрнандеса срабатывает перк сила, а девочки просто до пизды, блять. Рафиня, давай! Найс, Рафиня дубль. Кто сомневался, ребята? Ой, какой пасик. И Рафиня, бля, гений. Хэт-трик за 23 минуты. Алло, я чё, бля, против Баварии играю, что ли? О, Рафиня ещё мячи отнимает, пацаны. Ебать, 4-0. Что-то с такой игрой, братан, 5 защитников тебе не помогут, мне кажется. Еще один соперник, который пошел посрать. Всю паузу, всю заставку, естественно, мы посмотрели. Хорошо. Блять, еще паузу берет. Бля, ну это просто... Бля, ну вот каждый выпуск, видите? Ну, великие соперники. Ой, хорошо-то как! Хорошо он как ушел. Трикстер. У него вроде есть Трикстер, да, если не ошибаюсь? Клон. Бля, как легко он всех проходит. Я не знаю, как это работает. В первом матче вообще нихуя. А во втором все идеально. Но вот финеса нет, у него вообще не летят, я не знаю. Опа, он Холланда выпустил, пацаны. Девочка не справилась, Смит. Видимо, он решил поменять на мужика. Отскок. Ну, бля, я вот... Какой классический гол, блядь. На, нахуй, давай, блядь, Рафиня побежал. Так, ну-ка. Ну-ка, еще один. Еще один. 7-1. Ой-ой-ой, это что такое? Нормально меня Холланд накрутил, блядь. Так. Ну, бля, ну я не этот фин делал. Ну, ладно, похуй. Тут Рафиня Ван Дайка толкает, блядь. Что происходит в этой игре? Какие анимации иногда невероятные. Ой-ой-ой, Рафиня как накрутил. И как он забил, гений. Так, побежали, побежали. На, еще один.
Бля, как легко проходится. Просто пиздец. Я не понимаю, бля, что это. 10-2, бля, таких легких соперников я не встречал, наверное, никогда. Я вот эти отборы на 4-1 прошел, и таких легких соперников вообще не было. Как он попал в Викинг-лигу, для меня это какая-то невероятнейшая загадка, честно сказать. 11-2, я такого счета никогда не видел. Ну что, друзья, вот такой вот видеоролик у нас получился. Паки пооткрывали, немножко поиграли, кайфанули. Если вам этот видеоролик понравился, жду от вас Лукас. Все, последний пакетик открываю, и мы прощаемся. Смотрим, что есть будет, волкаута не будет. Вот такое вот грустное завершение. Хотя, может, это Минди? Подождите, это же Минди? Весь рофл происходящего. Вот сколько паков я сегодня открыл, я ни одну карту не выловил. Хотя у меня в каждом паке был волкаут. Я ни одну карту не выловил дороже, я там, не знаю, 10-20 тысяч. И тут я открываю пак, где нет волкаута. И мне падает карта за 130 тысяч. Логика просто аут.